подумал так, почему-то я подумал, что то же самое, что и Deus Ex, только средневековый взлом. Там-то был современный. Вот, ну, прикольно все равно, мне нравится. Так, что у нас? Дохлые животные, злокрыс, хвостик берем. Для каких-нибудь зелий точно пригодится. Так, еще отмычка, боевой топор. Это не треба нам сейчас в данный момент. Хвостик берем. Так, начато. Золотой коготь. Какое-то задание у нас здесь сейчас. Давайте, хочу посмотреть, что там за золотой коготь. Так, у нас сейчас найти золотой коготь. Мне удалось подслушать, как некие разбойники говорили о золотом когте, который они недавно украли. Кажется, кто-то из бандитов унес коготь в глубины кургана на ветреном пике. А мы сейчас как раз на ветреном пике-то и находимся, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Ах ты ж. Так, это уж у нас совсем... Да, вот он, ветреный пик. Я хочу получить свою долю. Сюда. Так, сюда! Мне как раз не хватает очередной жертвы. Yes! Так, бандита. Давайте-ка его сейчас обыщем. Сыромятные наручи. Может быть, взять. А, сыромятные сапоги. Ну, ладно, броню. Кстати, что у нас там по предметам-то? Ну да, половину инвентаря заполнили. Так, слышь ты, золотая. Ты не офигевшая? Блин, класс. Моя баба вообще клево дерется. Видели, прям с прыжка загасила ей. Так. Ну тут то же самое. Лук-то у меня есть. Так, а что они тут жарили? Шкварили. Так, больше тут нечего взять. Может, они тут что-то охраняли? Но они охраняют по-любому вход в это место. Так, обыскать бандит. Вот золото, отмычка, помидор, эль. Так. Запас сил. Но запас восстанавливает 15 единиц, но потом на 30% медленнее в течение 30 секунд. Ну, может и пригодится. Одна единица здоровья, да? Ну, сами жрите. Пусть крысы едят помидор этот. Вот, оставим это все им. Так. Что-то паутины как-то много. Тут что, пауки, что ли, будут? Десяточка золота. Замечательно. Обожаю вот это вот все собирать. Ну, когда в играх дают такую возможность. Вот. Прокачивать. Но, опять же, повторю, по моему мнению, игра просто пупенная. Вообще супер. Очень много элементов, с которыми можно взаимодействовать. Графика. Графика неплохая, вот что самое главное. Вот, этим-то она мне игра и нравится. Ну что у нас здесь, друзья? Тут аж корни, деревья что ли тут растут? Ну да, тут... Так, кто это? Разбойничек у нас какой-то. Ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Слышь? Слушайте, а нормальный разбойник. Все? Все, так, меч, 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 работает. Давай, ударь. Ух. Так, если нацелиться. А у меня выносливости-то нет уже. Она очень медленно восстанавливается. Да пошел ты, тварь. И еще один удар. Замечательно. А теперь его давайте обыщем. Богатенький, однако. Факел. Ничего тут интересного у него нет. Так, где мы находимся? Так, рычаг использую. Ну да, вот здесь, в общем-то, смотрите, штуки такие, откуда выстреливают стрелы. А поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно каким-то образом сделать так. А вот здесь находятся у нас колонны. Нам нужно правильно их активировать. Вот здесь, наверное, у нас сундучок будет. Либо мы какое-то очередное зелье сможем... Да, зелье. Я не знаю, льняная ткань нам потребуется или нет, но может быть там для факела нужно будет. Ну, я, в общем, не знаю, но поэтому я беру. Может быть, пригодится. Так, ладно. Значит, смотрим. Вот здесь люди, есть змея, змея и вот эта вот фигня. Давайте начнем активировать. Змея. И, по-моему, нет, еще разочек повернуть. И вот эта вот фигня. Надеюсь, сейчас все получится. Да, сейчас все получается у нас.
Здесь нужно, наверное, закрыть. Ух, смотрите. Вот еще камень душ. То есть мы сможем теперь в кабинете того алхимика это все зачарование там вот эти все делать. Просто я не знаю, как нужно будет узнать. Обязательно туда заглянем. 15 золота. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Для начала... Бля, комуха, напугал-то. Сука, грызун маленький. Так, ладно. Паутина. Меня она немножко напрягает, если честно. И сейчас, потому что мы еще все ниже и ниже спускаемся. Грызуны гребаные. Хвостики у них сейчас отбираем. Злокрыса, блин. Вот, крысятина. Так, огненный шар. Свиток. Возьмем, почему нет. Яд паралича. Блин, слушайте, что тут... Что за лаборатория здесь? Непонятно. Так, сесть. Ну, давайте сядем. На дорожку. И посидим. Давайте все спокойно, можно идти дальше. Итак, давайте посмотрим вот здесь. У нас может быть что-то интересное. Тут тоже ничего, кроме льняной ткани. Но если бы они сразу сказали, для чего эта льняная ткань нужна, то я, может быть, ее и собирал. Так, блин, слушайте, смотрите, все больше и больше... Блин, здесь пустошь написано. Зачем я его... на него нажимаю? Так, вот здесь нам нужно прорубить. Или вот эти корени можно? Нет, наверное, все-таки паутину. Так. Ух ты, гребаный насос. Вы это видели? Убери это чудище от меня. Убери! Охренеть. Он еще плюется, тварюга, раненый. Ой, слушайте, что-то как-то серьезно. А давайте-ка попробуем предметы взять. Свитки у нас. Истерия. Только люди, существа и люди уровня 12 и ниже обращаются в бегство на 60 секунд. Нет, нам нужно его завалить. Поэтому мы, наверное, возьмем... огненный... вот эту фигню. Бай-бай! Нормально. Ха-ха-ха! Так, куда-то мой... Ой, попало в меня все-таки. Берем имперский меч. Ну-ка, золотой, иди сюда. Надо его валить. Фак! Ну, самое интересное, что он сюда пролезть не может. Ну ладно, здоровье-то у меня восстановится, это не страшно. Слушай, а клевая штука-то, этот огненный шар. Или как он там называется? Два яда обморожения. А что еще здесь есть? А паутина, хвост злокрыса. Ага, сожрала вот этого паучиха. Тоже крысами питается, но потому что люди, наверное, сюда редко заходят. Так, меня кто-то зовет. А, вот смотрите, еще кокон. Еще вот здесь пусто. Вниз тоже пусто. О, смотрите, мужик какой-то у нас. Это Арвил. Его зовут Арвил. Ну-ка, Арвил. Дурак. Зачем мне делиться сокровищем? Так, найти золотой коготь. Ну, он побежал, тварюга. Сейчас гляну задание. Освободить Арвила из паутины. Ну вот у него как раз-то и коготь этот был. Ну ладно, мы тем не менее спешить не будем. Нам спешить сейчас некуда. А, льняная ткань, может, они тут мумии делали. Да, наверное, для этого. Это не для факелов, а для бальзамирования тел. Ух ты, еще один камень душ. Слушайте, у меня, по-моему, там три уже... Так, блин, тут пусто, 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 пусто. Так, слабое зелье. А зелье-то у меня уже дофига, наверное. Блин, пусто. Нажимаю зачем-то. Дел привычки такое. Вредной привычки, назовем это так. Так, ну что у нас здесь? Так, смотрите, трупики. Золото 12. Так, кто-то хрипит, рычит. Я чуть не понял. Я не поняла. Смотрите, терминаторы какие. Блин, что-то их многовато. Ну-ка, золотой, умирай. По одному будем их гасить. О, класс. Ну хорошо, что еще не скелеты. Потому что я бы не поверил, что скелет может ходить. Мышц-то нет никаких. А здесь есть мышцы, только немного усохшие. Так, давайте его обыщем. Что-нибудь тут древний меч. Блин, может быть взять. Ладно, возьму один.
Так, золото, костная мука. Пригодится.